Этот ларек с лимонадом установлен на муниципальной территории незаконно. Предприниматель не оформил соответствующие документы и не получил разрешения на торговлю. Соответственно, и нет никаких гарантий, что продавец имеет медицинскую книжку, а условия розлива прохладительных напитков соответствуют санитарным требованиям. Выявлять такие потенциально опасные торговые точки помогают и общественники. Только в микрорайоне Западном с начала сезона совместными усилиями администрации, ТОСов и участковых было выявлено около 30 незаконных объектов. У нас курортный город, а у нас не просто Шанхай или барахолка какая-то. Должно все быть по закону. Закон для всех один. Если он существует, его надо выполнять. Вот и все. Еще одной нелегальной торговлей прохладительными напитками перекрыли кран в районе Южного рынка. Здесь также нет разрешительной документации. Предупреждение выносилось, но предприимчивый бизнесмен не стал демонтировать объект, а всего лишь переместил его на другое место. Однако это его не спасло. Незаконную торговлю пресекли, сам ларек отправился на штрафстоянку. Всего за этот рейд было демонтировано 5 незаконных торговых объектов. Данные конструкции будут помещены на штрафстоянку. Для того, чтобы собственнику нужно будет его получить, нужно будет предоставить документы, на основании которых эти конструкции принадлежат ему. Также неоднократно составлялись протоколы в адрес этих конструкций и всех остальных. И по данным протоколам вынесены штрафы. На сегодняшний день уже демонтировано около 80 некапитальных строений. Работа по освобождению курортных территорий от стихийной торговли продолжится.